вами начинаем. Думаю, что вы успели их уже оценить, потому что, правда, их дизайн, их внешний вид, как они выглядят, как они переливаются, конечно же, просто привлекает внимание. Плюс ко всему, они невероятно мягкие. Они действительно очень уютные. Здесь и увеличенная полнота, здесь и идеальная конструкция. Здесь еще и натуральная шерсть внутри, поэтому они очень теплые, до минус 20 градусов также согревают. Мне кажется, что такая пара обуви зимой 2024, вот зима, да, такая переменчивая, такая изменчивая, то холодно, то тепло, то плюс, то минус. И вот эти вот перепады нам дают интересный результат, да, то очень скользко, то какая-то слякоть и грязь, и понятно, что обувь должна справляться с любыми абсолютно условиями окружающей среды, поэтому полусапоги Мария здесь кажутся идеальны, потому что непромокаемый текстиль, потому что натуральная шерсть внутри, потому что безопасная подошва, не скользящая, ну и, конечно же, внешний вид, он невероятен. Такая коллекция в таких потрясающих, с одной стороны, и ярких, а с другой стороны, да, таких привлекательных цветах. Это тренд сезона. Ну, вообще, обувь, ну, вот такие полусапоги, так называемые дутики, она действительно сейчас завоевывает ваши сердца и ваши ножки все больше и больше и больше, потому что здесь удобство, да, этой пары обуви, она просто очевидна. Давайте рассмотрим наши полусапоги. Прям в руках. Ну, во-первых, сразу мне хочется отметить, это легкость этих полусапог, она действительно прям, знаете, вот невесомая. Я взяла в руки, хотя по факту это же все-таки зимняя пара обуви, да, и внутри у нас мех. Кстати, давайте заглянем с вами внутрь заодно. Во-первых, расстегиваем молнию, оцениваем, что здесь у нас есть защитный клапан. Он еще и двойной, он помогает защитить ваши ножки от попадания внутрь влаги и того же самого снега. А теперь давайте рассмотрим с вами внутреннюю фактуру. Здесь у нас натуральная шерсть, причем шерсть, посмотрите, полностью по всему периметру наших полусапог. Не забывайте, что здесь еще есть и слой поролона, поэтому действительно очень мягкие полусапоги, очень комфортные. Но мне на самом деле они безумно нравятся. А теперь давайте рассмотрим с вами цветовые решения, которые можно здесь выбрать. Итак, красный цвет – это мой выбор. Красный, он прям брусничный такой, да, такой темный, затемненный немножечко, хороший, благородный цвет. Что касаемо цвета голубого, во-первых, он один из лидеров продаж, потому что, знаете, такой яркий, мне кажется, вот прям привлекает к себе внимание. Сразу же хочется для себя вот такие потрясающие полусапоги именно в голубом приятном цвете. А цвет серебряный у нас также лидирует по продажам. Ну, здесь, наверное, очевидная история, что серый цвет, да, он является таким универсальным, плюс здесь такая красивая, прям зеркальная, металлизированная поверхность, плюс, конечно, то, что они, ну, наверное, такие самые-самые базовые из этой коллекции, я имею в виду именно цвет, а вот этот ваш самый любимый. Посмотрите, в заказе он у нас звучит как серый, я их называю для себя либо там графитовый, либо аметистовый, потому что поверхность текстиля, вы только обратите внимание, да, как она красиво просто переливается. Это прекрасное предложение для ярких, для стильных женщин, которые любят выделяться и не хотят переплачивать. Так, теперь давайте с вами поговорим о том, как правильно подобрать для себя размер. Здесь очень легко и просто, потому что с 37 по 41 выбираем для себя размер в размер. Здесь очень удобная посадка, потому что полнота увеличена. Обратите внимание, как вот здесь у нас устроена носочная часть, она округлая, поэтому ничего нигде не пережимает, не зажимает, все комфортно, все уютно, все очень мягко садится по вашей стопе. Обращайте внимание, что именно такую обувь я всегда рекомендую вам приобретать. Ну и, конечно же, безопасность превыше всего. Это очевидно зимой, да, несмотря на то, что это прекрасное, красивое время года, еще и очень травмоопасно. Чуть позже расскажу вам истории, которые были, ну вот прям, которые мне рассказывали, да, и которые прям с близкими людьми, можно сказать, да, происходили. Так, давайте, знаете, что с вами сделаем? Я бы вот хотела на самом деле провести такой небольшой эксперимент, проверить наш текстиль, так сказать, на прочность и на непромокаемость.
успокаиваемость. Подготовила уже пульверизатор. Здесь у нас водичка. Представим, что мы с вами выходим на улицу, где у нас большое количество влаги на асфальте. Я вчера, например, да, ну, редко очень, но вчера случилось, что я спускалась в метро. И вот как раз та самая история, когда вы знаете, вроде бы... Вот, смотрите, как красиво. Смотрите, видите? Вся водичка, она вот просто собралась капельками здесь на поверхности текстиля и не попадает внутрь. Это очень хорошо. Давайте еще побрызгаю, чтобы усилить эффект. Так, одну секунду. Вот, что мы делаем, да? Вот, вы видите? Просто стекает, потому что здесь наш текстиль, он обработан с внутренней стороны такой специальной полимерной пленкой. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту защиту. Здесь у нас в конструкции используется уже материал, так называемая замша. И вы видите, что тоже капельками собралась, но дополнительно я все-таки вот эту замшу порекомендую вам обработать влагоотталкивающей пропиткой. Посмотрите, наши сапоги, полусапоги, да, это непромокаемый материал, это не скользящая подошва, это теплоизоляция великолепная, потому что подошва у нас выполнена по специальной технологии, сейчас я вам о ней расскажу. Ну и то, что эта полупара еще и безумно легкая, потому что вес одной полупары всего лишь 400 грамм, невесомые, на ножках не чувствуются. Я считаю, что этот вариант обязательно должен быть у каждой женщины, которая любит яркость, которая любит как раз-таки, да, выделяться, которая любит, когда на нее смотрят, когда рассматривают, когда делают комплименты. Но опять же, конечно, не забывайте, что цена максимально выгодна. Итак, 2999 рублей. Минус 500 рублей. Посмотрите, 6 числа, да, не так давно, мы также представляли полусапоги Мария в нашем эфире, и тогда цена была 3499 рублей. Сегодня же она снижена дополнительно, специально для вас, на еще на 500 рублей. Кстати, если вы две пары для себя купите, то это будет уже бесплатная доставка, поэтому выберите один вариант яркий, а другой более базовый. Я считаю, что эта пара обуви действительно будет дарить вам настроение, тепло, уют и безопасность.